конце, теперь уже далеке, в 70-х годах 20 века, в центре села Усколом, республики Коми, на улице Советской, были сооружены три первых в этом райцентре каменных жилых дома. Сейчас трудно сказать, в чем была причина такого несуразного их архитектурно-строительного исполнения. Но глядя на них, вспоминаешь серенаду Смита из известной оперы французского композитора Жоржа Бизе. Призыв мой тайный и страстный, о друг!